дело. Вы на канале Katie's Gamesies. Всем приветики, ребятки, вы на канале Katie's Gamesies, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Пику-Нику. Надеюсь, что сегодня мы с тобой закончим, потому что насколько можно проходить эту прекрасную игру. Продолжаем приключения, кооперативный режим, если что, с тобой проходить не будем, потому что мне не с кем его проходить, ёптыть, нет у меня никого. Так, основная цель — отыщите червяка Эрни. Сегодня у нас с тобой новая цель — отыскать червяка Эрни. Так, тут можно поиграть в игры, ну давай посмотрим, что он нам даст. А, игра, да, понравилась, ты чё? А, подожди, мне надо взять, да? Ну, естественно. Нет? Ладно, что-то я не понимаю, что-то мне надо, видимо, его то ли в руки взять, то ли чё. Хрен его знает. Так, смотри, тут мы куда-то можем пройти, а там вверху тоже можем пройти, но, скорее всего, не здесь. Пойдем туда пока что сюда. Ага. А это что такое? Тут опять какие-нибудь таракашки? Нет? Нет таракашек? А где таракашки интересные? Ну, блин. Тут должны быть интересные таракашки, которые что-нибудь делают. Так, которые там, я не знаю, танцуют, еще что-нибудь. Или там ездят на улитках. Как же без этого-то? Я музыкант. Я музыкант. Так, подожди, мне вот... Ага. Катимся, катимся, катимся. Ой! Так, подожди, а я забыла. Ага, нормально вспомнил. Ик! Это что за лайм-переросток? Ага. И что, это какие-то отходы? Мне нельзя туда наступать? Ой, приветы! Я Эрни! Червь Эрни, хотя сейчас на червя не очень похож. Приятно познакомиться. Я искал воду, а нашел удивительный зеленый фонтанчик. Он выглядел вкусным, так что я его выпил. Но он был невкусным. Я хочу к маме, но не могу пошевелиться. Ты мне поможешь? Воссоедини Эрни с его маман. С его прям вот маман, реально? Так и написали. Так, ладно, давай. А как, мне его пинать надо? Уху, нифига себе. А если я туда упаду? Подожди, Эрни, что будет, если я туда упаду? А, то есть ничего не будет, да? То есть вот так вот просто ничего не будет. А попей? Пику, попей оттуда. Мне интересно. Так, подожди. Нет, нет, не сюда, не сюда. Не сюда, не сюда, не сюда. Давай, вон туда, вон туда. Опа, нормально. Так, пинай. Подожди, и как мне его теперь загнать? Вот так, что ли? Да, я через него прохожу. Вот, нормально. Нормалды. А, погоди. Вот так. Вот, нормально. Ай, ё-моё. Червяк, подожди, ты где? А, вот ты. Так, подожди-ка. А вот это мы здесь были? Мы здесь не были. А, так нам сюда и надо? Хорошо, что я его рядом не поставила. Ха-ха, сейчас бы взорвался вместе с бочкой нафиг. Так, ну давай, вот сюда тебе. Пролезай, ты что застрял? Так, и теперь что мне делать с тобой? У! Нифига себе. Ой, сорян. Ой. Опачки. Ай, голова застряла. Один хрен заживался. Извини меня, пожалуйста. Вот так нормально уже. Опачки. Не, подожди, теперь мне вот эту надо пнуть. Все, нормально. Блин, ну извини, но я ж не думала, что тебя так зажует сильно. Кто ж знал, кто ж знал. Так, ты не хочешь пнуться, а?
Вот давай, пинайся. Пинайся отсюда. Пинайся. Так, а теперь что вы от меня хотите? Это фигня меня, да? Ой-ой-ой-ой. Подожди, так мне вон туда надо? Забирай меня. Нормально. Давай, давай, еще чуть-чуть. Ты чуть-чуть еще говоришь тебе. Ладно, скорее всего, там что-нибудь должно наверху лежать. Пойдем посмотрим. Может быть, что-нибудь все-таки будет? А может быть, ни хрена не будет, собственно, как и всегда. И скажет, ха, сама что-то делай, пробуй, пытайся. Что там такое? А, мне надо сюда его, что ли, заэтовать? И потом туда запрыгнуть. Поняла. То есть мне его надо вон туда налево. И как мне это сделать? Нормально, сулька. Давай, 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 молодец! Не-не-не, туда, дальше, 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 дальше! А он так и будет, да, прыгать? Так, нормально его спасла. Погоди, только не падай. Пинай его. А, я не туда нажимаю. Пинай, 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 пинай. Пинай эту жижу, пинай жижу, пинай жижу, жижу пинай, ёпты. Пинай его! Давай, давай, пролази. А вот не напился бы, сам дошел, падла. А так тебе приходится пинать, блин, через всякие узкие щели, узкие коридоры, блин, дурачок. Ты нахрена пьешь всякую воду-то зеленую, нельзя ж ее пить. Тебе мама что, не говорила, что ли? Не пей зеленую воду, дурачком станешь. Вот ты и стал. Или ты им и был. Господи, что за кишки какого-то непонятного зверя? Так, мне сюда? Мне сюда. Только не говорите, пожалуйста, что у меня ограниченное время, и он начнет спускаться. Так, а мне вот как вон туда? Так, подвиньте вот сюда, пожалуйста. Вот, нормально. Теперь отсюда стоим, так чпуньку пинаем. Мама! А, то есть здесь ты можешь доползти сам, да? А там ты не мог изначально доползти сам. В чем была проблема, собственно? Нормально. Червяки, 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 червяки. Эрни! Так, ты почему такой зеленый и круглый? Потому что я выпил зеленую воду, и она была невкусной. Ох, Эрни, бестолковый ты червь. Ну, хотя бы живой. Красная штука мне помогла. Спасибо большое. Воды у нас все еще нет, но хотя бы вся семья в сборе. Твои друзья о чем-то говорили? Поговорить с тобой хотели они вон там. Поговори с повстанцами. Замечательно. Теперь мы опять идем к повстанцам. Эй, с возвращением! Мы совершили великое открытие. Черви очень интригующие существа. Интригующие и склизкие. Смотри. Возможно, они помогут нам добраться к роботу. Одолей огромного озерного робота. Озерного. Со стороны кажется, что мне очень больно, но на самом деле мне ок. Подожди, а я не поняла, как они мне помогут? Типа вот этот шарик, что он сделает? Если вдруг тебе надо на поверхность, можешь поехать на тележке. Ну, мне надо, да. А, так дверь открывается сама. Я думала, мне надо будет ее открыть с другой стороны. Так, погоди-ка, тут есть подарок, и тут есть стена, которую я могу сломать. Червяк Эрни! У-ху! Я бы хотела такой трофей себе домой, он прикольный. Так, подожди, что мне теперь делать? Ну, это явно штука едет вверх. А вот эту я никак, да, не могу разбить? Ну, судя по всему, нет. Скорее всего, это можно будет сделать потом. Ну, туда едем. Чё мы тут сидим, ждем, жоп протираем, просиживаем. А далее огромного озерного робота. Ну, пойдем. Озерного. Озерного. Почему я говорю озерного? Так, а у меня очень важный вопрос. А они уже там или нет? Или мне надо было их все-таки как-то забрать? Если надо было как-то забрать, то, ну, я, получается, лошара. А если нет, то я не лошара. То все нормально. О, они здесь. Так, и чё, и каков наш план? Эй, ну что, приступим к схватке? Да, черт побери! Порвем его! Ёптыть. И чё, мне теперь как рыбка надо плавать? Робот разозлился, не дай ему в тебя попасть. И постарайся не упасть. Да, лучше не падай.
легко, что ли? Ёптись! Игорь, себе! Вот это в меня блеванули сейчас. У него кончилась вода, ему надо заправиться. Осторожно, мы передислоцируемся. Давай, я держусь. Всеми лапками своими держусь. А, теперь сложнее, я поняла. Что-то у нас в прошлый раз с вами было такое же, да, сложное? А, электроэнергия у нас с вами была. А его можно как-нибудь, я не знаю, ну, бахнуть, типа, нет? То есть мне ждать? А вот сюда могу? Опа! Могу! Бабах! Ну, естественно. Ой! А, да в смысле? Блин! И упала! И сбили! Что-то я запаниковала. Блин, что, с самого начала, что ли? Ай! А ты что с самого начала такой мощной струей бахнул? В смысле? Я нажала не заново, а еще раз, да? Ну, вернее, в смысле, начать заново, а не еще раз. Эх, ну ладно, пойдем еще раз. Так, ну пугать мне тут явно никого не надо, моя шапка. Я думаю, от шапки тут вообще ничего не зависит, наверное, да? Так, да, приступим, черт побери. Поднимай меня. Я готова на этот раз. Иди сюда, робот. Иди сюда. Ты смысл, ёптыч? Ты должен был меня снизу засечь. Я же запомнила, как ты это делаешь. Вот так ты и должен был это сделать. В смысле, а меня там не было. Он наобум, что ли, стреляет? В смысле, он реально наобум стреляет? Он меня даже не видит? Нет, подожди, ты же должен меня видеть, алё. Ты же должен меня видеть. А как ты меня не видишь? Это странно. Типа, первый раз он меня видел, а потом нет. А потом он тупо наобум куда-то стрелял. Но наобум это, конечно, легко и просто, да. Ага, вот теперь он стреляет не наобум. Вот теперь опять наобум. Ага, так. Нормально. А вода расходуется вообще, нет? Ага, отлично. Замечательно, замечательно, замечательно. Опять мы ему мешаем? Опять мы вставим... Давай, залезаем в трубочку, ёптыть. Давай, идем на дно! Ломайся второй раз! Бабах, да. Получается, три раза его, по-моему, победить надо. Так, соскакивай. Ага, опять наобум. Да что у тебя вода-то не расходуется? Она должна так расходоваться! Проще всего, короче, прыгать вверх и вниз вот так. До низа прям, до вот нижней платформы мне неудобно прыгать. Это слишком жестко, слишком далеко. Давай, падла, я тебя уделаю! Третий раз уделаю, понял меня? Давай, бахайся! Баба, вот про это я и говорю! Все, да, все, шпек, все, помер! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, здравствуйте! Ну все, это была последняя капля, последняя! Все мои роботы сломаны! С меня хватит в атаку! Эй, какую атаку? Да, ну, упади, Бику, ты куда полетел? Оставь меня! Ты чё, охренел? Брось мне! Ну вот, тебя поймали. Основная цель, ну вот, меня поймали, ну, спасибо, да. А может, у меня основная цель будет, ну вот, выбирайся, лошара. Тебе не сбежать. Я пристально слежу за тобой из соседней комнаты.
А зачем ты прыгаешь? Хей! Сори, реально неожиданный поворот. Я сюда незамеченным пробрался, то все в роботах. Надо тебя как-то вытащить. Так ты мне прогрызи сквозь землю дорогу, все. О, идея! Только тебе надо как-то робота отвлечь. Как-то робота отвлечь? А! Я думала, цветок на самом-то деле пнуть, но получилось камеру. Что? Глазам не верю. Оставил тебя на одну секундочку, а ты уже что-то сломал. Ты представляешь, как геморройно их менять. Одних актов о поломке 3 штуки заполнять, а менеджер может еще и экспертизу назначить. Опля. Ай, молодец, червячок мой, сладкий. Спасибо за испорченное настроение. Давай ты этим и ограничишься. Ну, не знаю, не знаю, лапушка моя. Ключ у меня. Выползай. Пойдем. Опа. Нормально. То есть вот так легко мы сдрыснули, да? Сдрыснули из этой... Из тюрьмы. Прикольно, однако. Так, тут какой-то глаз за мной следят. Выберитесь из вулкана. А я так и знала, что они в вулкане находятся. Я говорю, вулкан какую-то роль играет. Стой. О, кобздец, да? Аж черви удивился. Впереди толпа роботов. Ты аккуратней там, а то живо поймают. Так, ну давай. А это что такое? Ага, я включила вентилятор. А, это чтобы подняться. Я думала, может, чего-то еще. Так, погоди-ка, вот это сюда. Наверху они меня не видят, да? То есть мне надо продумывать изначально, да, путь? Эй, что? Я тебе дверь починить уже неделю прошу. Тебя. Нет. Я точно помню, что попросил в прошлый вторник. Я за печальную краску несовершен... Чё? Я за печальную красоту несовершенного. Солидарен. Однако же дверь все равно надо починить. Блин. Ты стоять немедленно, ты арестован. Блин! Ну я думала, сейчас дверь упадет, и все, и я зайду, и я пройду. А она не упала, блин, скотобаза, так нечестно. Ну пойдем. Роботы наверху нас не видят, что очень-очень хорошо. Ой, подожди. Нормально. Чего это они? Схема огромного города? Не, надо отсюда линять. Выберись из вулкана. Да такова и была моя цель изначально ведь. Так, давай вот сюда. Мне надо вот сюда. Так, включаем вот эту штуку. Идем сюда. Ой, подожди, не туда. Вот так, вот так. Вот, отлично. Так, тут, кстати говоря, робота нет. Подожди. А как вот эта штука включается? А, она включается только отсюда. А как тогда мне залезть? Чё-то, подожди, я не поняла. А, то есть мне надо туда запрыгнуть, что ли? Но он же меня запалит. Или не запалит? Типа вот так? Серьезно? И он меня не запалил? То есть все меня палят, а этот не запалил, да? Интересно, конечно. Интересный сюжет и поворот, окей. Давай тогда дальше вниз. То есть то, что я прыгаю, они меня не видят. Ну ладно. Сюда, сюда, сюда. Так, подожди. Вот сюда и вот сюда. Опа. Нормально, смотри, уже землю нашли.
Блин, еще не нашли. Еще не нашли землю. Значит, общий посыл примерно такой будет? Да, все по вашему техзаданию. А где мой домик? Вы придумали, что будет мой домик? Где будет мой домик? Да, он будет посередине. А, вот он, к извержению успеваем? Уже запустили в продакшн. Замечательно, пойду посмотрю, чего там как. Серьезно? Давай его долбанем, а? Его убить надо, он какой-то странный мужик. Он максимально странный мужик. Он пытается подчинить себе весь город, это ненормально. Ой, сорян. Ой, сорян, я не хотела, на самом деле хотела. Лучше бы я так с тобой сделала. Извержение? Какое еще извержение? Что-то сильно не так. Ну, извержение вулкана, чувак, тебе же сказали. Тебе же сказали напрямую, что ты у меня спрашиваешь? Я знаю не больше твоего. Нарушитель, замечен нарушитель. Тревога, активировать лазеры. Не сейчас, дайте мне выйти. Вывелись из вулкана. Это, наверное, должно было меня напугать. Но меня это скорее рассмешило. Так, включай. Лечу сюда. Я хочу сюда. В смысле, подожди. Подожди, я хочу сюда. Я не могу сюда, что ли? А если я вот эту нажму, он сейчас здесь появится? Нет? Подожди, так мне надо вот в эту, получается. А как мне пройти? Что-то я вообще ничего не пойму. Ты стоять немедленно, ты арестован. То есть мне нельзя на них попадать? Так, я ничего не понимаю. Нет, я туда не могу. Вот хоть убей, не могу. То есть мне вот здесь... Ёптать. А, понятно. То есть мне вот так его надо убивать всех, да? Так, теперь вот этот, да? Да, теперь вот этот. Теперь мы его убираем. Теперь идем сюда. 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 Теперь нам надо вот в эту решетку. Отсюда мы появляемся вот здесь вот. Идем сюда. Нет, подожди, не сюда, вот сюда давай пройдем. Вот. То есть отсюда мы открыли вот этот проход к подарку. Да? Да, то есть мы вот сюда сейчас здесь. Потом вот здесь, потом сюда. Ну вот же, смотри, подарочек получили. Че там? Робот Sunshine Inc. Ну неплохо. Мне нравится, нравится, нравится. Здесь трофей, они прикольные. Так, мне сюда не надо. Мне сюда не надо. Мне надо теперь вот сюда. Что-то мне хочется через этот шкаф перескочить. А потом вот сюда, да. Вот сюда и вот сюда. Вот. Теперь я возвращаюсь сюда. Оказываюсь здесь. Блин, нет, не оказываюсь здесь. Мне надо дверь выключить. Мне надо вот эту штуку слева выключить. Вот, я ее выключаю. И теперь смогу нормально пройти. Теперь я иду сюда. Захожу сюда. Сюда, сюда, сюда. И вот сюда. Вот, вот теперь правильно. Вот теперь я иду сюда. Прохожу здесь. И дальше еще какая-нибудь новая загадка, да? Нет, дальше просто... Дальше просто я могу запрыгнуть наверх. Я не знаю, в чем тут подвох. Так, а дальше новая загадка. Вот в чем оказывается подвох. Ладно.
Так, здесь мы куда? Ага. Простите, вы над этим сколько уже сидите? Почти месяц, и ни черта не готово. Простите, мы же строим новый мир. Вот, дивный новый мир. Извините, к извержению хоть уложимся. Простите. Я задал конкретный вопрос. В моем идеальном городе должны быть идеальные жители, понятно вам? Так, точно. Так вот, что... Так... Да-да-да. Вот, так что вы уж постарайтесь к следующему месяцу, окей? Так, точно. Так-то, как так-то? Как-то так. Чё-чё? Я сегодня читаю то, чего не вижу. Как так происходит? Они куда-то ушли, значит, мне сюда? Эй, сюда, на помощь! О, ты их знаешь? Чего это они тут? Как бы эти клетки открыть? Помоги жителям, давай, сейчас помогу. Могу пнуть их. Так. А, это мы видели через эту, через дверь. Ага, это мы куда? Ага. Так, получается, нам надо ее вот сюда пнуть. Да. И залезть вот сюда. Вот. Вот эту открыть. И вот эту открыть. А эту закрыть. Зачем ее открывать? А, ну получается открыть. Я по-другому не залезу. Значит, идем сюда. Так, а дальше что? Опять сюда, сюда. А, вон, нам надо лазик включить. Теперь я смогу вот это, вот это, вот. Включай! Вот, я спасла жителей. Я спасла жителей, теперь идем дальше. Так, теперь они нам что-нибудь скажут. Спасибо! Я уж думала, тут и состарюсь. Как ты тут оказалась? Помнишь, я видела экскурсию по головному офису? Такая себе экскурсия оказалась. Нас держат в клетках. Фотографируют, снимают видео, измеряют. Но зачем? Для ужасных экспериментов. По созданию сверхличностей. Ой, капец, сейчас сверхличность выйдет. Ой! Добрый вечер. Чё за нафиг? Не волнуйся, он не агрессивный. Они не агрессивный и туповатый, сомнительная сверхличность. Больше похожа на робота, который пытается подражать вам обоим. Ну да, суть в том, что мистер Саншайн хочет от них идеальности, а получается вот такая ерунда. Но они не виноваты, они же роботы, они должны ему подчиняться. Извержение. Идеальный город. Чё ты понял? Да, да, математика. Вот зачем нужна была математика, тангенсы, котангенсы. Чтобы понять, зачем нужно извержение вулкана, идеальный город. Картинка складывается. Мистер Саншайн хочет построить огромный город, где он будет жить со своими прихехешниками. Но почему нет? Пускай. Только где он его построит? На руинах нашей цивилизации, уничтожено извержение вулкана. Ок, этого не должно произойти. Надо ему помешать. Останови мистера Саншайна. Как? Подожди, эта хрень мне не надо на голову. Так, как всегда. Очень вовремя, спасибо. Так, куда? Подожди. Вот сюда, что ли? А, ой, я думала, я на эту штуку могу прыгнуть. Взяла так и упала. Так, это я куда? Это я куда-то назад. А мне назад не надо, мне вперед надо. А, это я что-то открою. А, это я ту штуку открою. А зачем она мне? Я только через нее смогу пройти? Чё-то погоди, я не въехала. Я ее открыть открыла, но зачем она мне? Так, тут я не могу.
А, то есть она прям вот так открывается? Ага. Ага, куда я иду? Ой, подожди, меня кто-то зовет. А это какие-то букашки, да? О, паучок. Ты не паучка. Ни хрена себе. Четыре, ни хрена вы, братья акробатия. Вот это прикольно. Вот это было прикольно. Микрожизнь, найдены все насекомые. Все насекомые найдены? Ни хрена себе, вот это я молодец. То есть я сюда зашла, чтобы получить ачивку и... Вернее, это как достижение, да? И найти всех букашек. Ну ладно, тоже неплохо. Так, я куда-то пришла. На какой-то склад, попкорн, кукуруза. Вот так он по одной попкорнке долго будет носить. Хотя куда ему спешить? Он же робот, да? Дома. О, деревья делают из наших... Ой, вернее, доски делают из наших деревьев. Которые мы защищаем. Вода. Псс. О, приветы. Мы просочились внутрь и будем тебя спасать. Чего это они такое удумали? Мистер Саншайн хочет залить остров кипящей лавой. Что? Все очень плохо. Замечено нарушители, никому не двигаться. Ой. Сюда. С роботами мы как-нибудь разберемся. А ты останови Саншайна и езжай на лифте. О, нифига себе, останови мистера Саншайна. Идем, финальная битва, финальный босс. Давай. И че, кобздец мне, да? Он сейчас эту штуку уберет, и все, я вниз упаду. Что? Что? Опять ты? Я просто хочу уничтожить этот несчастный остров. Творцу надо залить старую картину растворителем и написать новую. Чудесную, изумительную. А ты не даешь начаться творческому процессу. И в чем же соль? И в чем же соль, чокнутый меценат? В извержении вулкана и гибели всего живого в огне. А тушить его мы будем водой, откачанной из озера. Потом мы построим здание по моему проекту. И посадим кукурузку. Обожаю кукурузку. И вуаля, город мечты, в котором я буду счастливо жить, поживать со своими подданными. Никаких ссор, никаких конфликтов, никакого гендерного неравенства. Идеальный город, идеальный народ. И для тебя там нет места. Ой. Взять его! Нет! Остановись! Кобздец. А это что было? Так, 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 до меня не дойдет, до меня не дойдет. Так, до меня не дойдет, не дойдет, не дойдет, не дойдет. Так, что ты теперь ударишь? Что ты теперь сделаешь, падла? Ага, ты эту решил ударить, да? Неплохой выбор, скотобаза. В смысле, две ударишь? Ты что, стебешься? Я прошарила эту тему, подожди. Это легко, это слишком легко. Куда ты дальше пойди? А, в смысле? О, а вот Эрни! Давай, плюй на него! А ты зачем ко мне-то упал? Ай! Доброго здоровья! Я пришел на помощь! Только помогать уже некому, валите их! Вы подразумеваете удар током? Да! Я вам плачу не за то, чтобы вы столбом стояли! Стоп! Кому-то платят? Ну да, немного, но на жизнь без излишеств хватает. Даже так? А вот мне не платят! Да ладно, ни копейки не видел вообще. Где моя зарплата? Давай позже это обсудим. Не позже, я работаю на износ в жутких условиях за просто так, а это нечестно. Я сами купаю эти деньгах, клятые капиталисты.
Слушай, да у вас обязанности-то. Нажимаете кнопки, бьете людей током, платить не за что. Я и так в трудовой хорошие записи делаю, резюме внушительно выглядеть будет. Плюс премиальное гражданство автоматом. Что она дает 15% скидку на проезд. Ого-го. Так, объявляю забастовку. И я тоже. Да что с вами не так? Ну и ладно, без вас обойдусь, сам все сделаю с вулканом. Эй, стопэ! О нет, он же сейчас уничтожит весь остров, его надо остановить. Залезай на меня! Давай, 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 давай! Я ж уже залезла. Вот так что ли? Давай, катись, 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 катись! Ёптыть, ну ты чё, всё? Катение закончилось? Оставь меня в покое! В смысле оставь, не оставлю? Чё, мне теперь раньше тебя надо добраться? Подожди, что за прикол? Вау! Вот это да! В смысле, ты в меня еще кукурузой пуляться будешь? А когда? Подожди. Опа. Опа. Опа! Я хрена себе! Давай. А я вниз могу на случай или нет? Ну, наверное, вниз мне не надо, хотя я вниз буду нырять. Такая лава. Буль-буль-буль. Ах, ты ж скотоваза! Эх, ладно, слишком затянуто. Можно было побыстрее это все делать. То есть мы с ним едем на одном расстоянии. У нас ничего не меняется. Мы только как бы прыгаем через кукурузу. Хочется поугадывать и самой нажимать. Но боюсь ошибиться. Ага. Ага, нормально идем, нормально, нормально, нормально. Сейчас, подожди, сейчас выиграем. Сейчас он меня не уделает. Он меня не уделает во второй, в третий раз. А, ёптать, уделал! Один хрен удел, скотоваза. Да что ж ты будешь делать-то, а? Я не виновата, но получилось само. Извини, я понадеялась на свою... Блин! Я понадеялась на свою интуицию. Понадеялась, короче, и нажала не в тот момент. Давай! Молодец! Фу! Так быстро! Какой ты быстрый. Скорострельный, я бы сказала. Кукурузкой! Быстро гуляешься! А как я под ней поскочила? Я вниз нажала, что ли? Так, нет, вниз я не могу, я проверила. Еще, кстати, я останавливаюсь, он останавливается. Заметил? Прикольно как. Так. Эта скотобаза куда-то идет. А ну остановился! А ну, падла, остановился, тебе говорят. Сейчас он что-нибудь нажмет. Все, доигрались. Пол это лава. Ой, кобздец. Ой, кобздец. Ой, ой, иди. О-о-о-о! Вот это пол это лава. Ой, нет, извержение вулкана. В космосе. Возможно, мои расчеты оказались менее точными, чем хотелось бы. Но ты не смог меня остановить. Лава уничтожит на острове всю жизнь. И мой город восстанет из пепла, как Феникс. Идеальный город. Я по приколу еще плыть хотела. Пока. Так тебе и надо, лошара. Что ж, этого я не ожидал. Да, я знаю. Похоже, мой идеальный город никому не нужен. Этого я на самом-то деле не ожидала. Возможно, я сделаю идеальную планету, и я буду мысли шире. Вы обо мне еще услышите. Какой довольный летит. Ха. Да, желаю удачи. Космическая программа «Мистер Саншайн» отправлен в космос. Призрак. О, привет. А ты куда? А ты кто? В любом случае, давненько мы не разговаривали, и у тебя наверняка накопились вопросы. Ага, вопросы, правда, накопились.
Что случилось с Саншайном? Так, я услышал твои вопросы, но это была риторическая фраза, фигура речи. На самом деле у меня нет на них времени. И что мне теперь делать? Все, хорош, я не знаю. У космических сущностей нет ответов на вопросы жизни и смерти. Ох уж это молодежь. Все им на блюдечке с каемочкой. Надеюсь, ты хотя бы повеселился. Что еще сказать? О, точно. Давай твои очки посчитаем. Давай, у меня 92 монеты. 3,7. Твой итоговый балл 3,7. Но я даже не знаю, хороший это балл или плохой. Да и какая разница? Ты нашел новых друзей, попутешествовал, спас мир. Мне кажется, ты сделал все вполне окей. Ну ладно, не хотелось бы тебя надолго задерживать. Может, еще повидаемся когда-нибудь? Хорошего тебе дня. Спасибо, 3,7. Но если с 5, то более-менее. Выше нормы фактически так-то. Очень даже выше нормы. Обратно вулкан упали. Выбирайся давай оттуда, блин. Да, подозрительного просто. А как вы туда пробрались? Там же все в лаве было. О, с возвращением. Мы нажали большую красную кнопку, и извержение прекратилось. Кто вообще пихает рядом кнопки все сломать и все починить? Хорошо, что ты живой. А где мистер Саншайн? Осваивает открытый космос. Ну что ж, хотя бы какое-то время мы будем в безопасности. Спасибо, что так нам помог. Приятно было пообщаться. Надо выбраться из вулкана и всем рассказать. А я? Ты же с нами? Ну да. Ай, позвали! Ой, ты, друзьяшки мои, позвали меня с собой. Конечно, я с вами, мои золотые. Мы с вами как родные стали. Они там за мной уходят. Уходят влево за мной прям. Что, титры, да? Титры, естественно, титры. Ну что, ребят, я знала, что эта серия должна быть последней, потому что я посмотрела, сколько будет проходиться примерно эта игра еще. Вот, что хочу сказать. Игра прикольная, игра интересная. Мне больше нравятся диалоги, как они написаны. Они написаны очень просто, очень так легко. Без всяких там, типа, сэр, подскажите, пожалуйста, который час. А типа так, эй, ты слышишь, сколько время, ё-моё. Вот, и мне этого прям... нравится, это прикольно. Очень много шуточек, каких-то приколов, именно таких простых. Ну, я, честно, так в жизни шучу обычно, когда мне что-нибудь скажут, а я там шутку ответ такая, ать! То есть не придумываешь заранее, а там просто как бы, ну, что попало, ляпнешь. И это прикольно. Вот. Короче. Мне понравилась эта игра, она прикольная. Если у тебя вдруг есть игра какая-то похожая, недолгая, которую ты хочешь, чтобы я прошла, ты хочешь посмотреть ее именно в моем прохождении, то ты можешь написать ее под этим видео или в группе в ВК, в обсуждениях, ну, где, собственно, все игры предлагают, ну, ты там найдешь. Оно там одно-единственное. Спасибо, что поиграли, спасибо, что сделали, дорогие разработчики, такую прикольную, классную игру, мне понравилось. Вот, если тебе тоже понравилась эта игра, если тебе тоже понравилось это видео... Так, погоди. Это мы вернулись обратно в этот, что ли? Погоди, это комната призрака. Мы тут с тобой, собственно, с призраком ходили, я это помню. Да ёптать, встань-то, а. Да встань, а! А, я держу кнопку, прикинь. Мне показалось, что я убрала палец с кнопки, оказывается, я его держала. Понять не могу, в чем проблема. Так, мы тут ходили с призраками, да, по-моему? Или нет, я не помню. Но мы тут были. Я помню это место, что мы тут делали, я не помню. От призраков убегали здесь или что? Или как? Но что-то мы здесь делали определенно. Какой-то гриб. Так. Это мы куда идем? Опять наружу? Подожди, интересно. Мне надо пнуть камень. Но я не буду его пинать. Давай лучше пойдем сюда. Так, встаем. Ну, да, мы здесь как-то улетали от призрак. Не-не-не, мы здесь ходили. Мы тут ходили, я помню. Помню, мы прошли вот сюда. Здесь был призрак большой. И он сказал, что там выход. Какие-то камни летят сверху.
Внимание, не открывать внутри чудовищ. А я думала, может, они поменяли мою надпись. Типа, ну там живет самый лучший красный фасолинка на свете. Так, а тут можно пройти. Оп, последний момент. Последний момент. Прыгнула. Так. А тут что? Опять цветочки. Чайка. Непонятная чайка. Пляж. А, это пляж с чайками, хрена себе. Крабик. Так, интересно. Маяк? Все, фазма начинается. Сейчас будем ходить по маяку, искать это. Или это просто какая-то секретная это? Но залезть туда я не могу. Даже если ты меня сильно попросишь, я не смогу этого сделать. Но получается, это какая-то что-то типа секретной локации, скорее всего. Кто типа пройдет, тот увидит. Все. Ну да. Вроде ничего здесь нет. Ну, короче, ладно, давайте, ребят, мы с вами будем на этом заканчивать. Если тебе тоже понравилась эта игра и понравилось это видео, то поставь обязательно ему лайк и напиши комментарий, мне будет очень приятно. Ну, а также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видео и стримы. Ну, и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в других игрушечках, всем пока-пока!